Праздник национальных культур вновь собирает посетителей в Верхнем городе. Сегодня исторический центр Минска станет уголком русской культуры. Здесь стартует сразу десяток развлекательных и познавательных локаций. Продегустировать традиционную и полевую кухни, познакомиться с достопримечательностями и промышленными гигантами можно будет с полудня. В День России, который приурочен к государственному празднику страны-соседки, будет еще одна опен-эйр-площадка у Дворца спорта. Здесь с 2 часов дня пройдет гала-концерт. Звезды этого вечера – оркестр под управлением Игоря Бутмана, Лариса Долина и хор Турецкого. Именно проведение подобных праздничных мероприятий позволяет в несопоставимом массовом масштабе для жителей Минска и вообще граждан Беларуси узнать о Российской Федерации что-то новое, убедиться в том, что мы являемся друзьями, союзниками. Напомню, что сезон Дней национальных культур на прошлых выходных открывала Швеция, а уже 15 июня эстафету примет Польша, а затем Великобритания.